Дали таблетку от живота и смело, говорит, да-да, от живота. Болел живот, сразу прошло, внушил себе. И вот я еду и думаю, правда или неправда, правда или неправда. И вдруг моя жена, вот она сидит, она, извини, ничего не соображает в автомобилях. И вдруг она говорит, ты знаешь, какая-то машина другая, мне кажется. Как-то такая тихо едет, в смысле, тихо работает и быстрее вроде как едет. Я думаю, если моя жена почувствует, то все. Мне сказали, что с первой заправки экономии, как правило, особо не бывает. Надо 5-6 баков полных выкатать, тогда образуется вот эта каталитическая пленка, так называемая, и тогда начинается полноценная экономия. 5, 10, 15, 20, 25 и даже больше процентов. Официальная цифра на сайте компании 7-14 процентов экономии топлива. Я проехал на этом баке лишних почти 100 километров. Моя машина абсолютно другая. Я реально почувствовал, как работает этот продукт. Меня настолько это возбудило, в интернете, куда я ринулся, я увидел массу историй. Оказывается, этот продукт уже используется в Украине, в России и в других странах давно. Оказывается, уже почти 6 лет он распространяется в мире. Я не слышал ничего подобного. И все отзывы положительные. И грузовики, и велосипеды с моторчиком, и водные мотоциклы, и я не знаю что, и буксиры, и трактора, и комбайны, и грузовики, и у всех хороший результат. Машина сразу становится резвой, каждая машина, конечно же, индивидуально, разные результаты, но у всех позитив. И специалисты, главное, выворачивают потроха, вот извиняюсь за выражение, топливной системы и показывают на Ютубе, в каком состоянии внутренности топливной системы. Чистенькие, желтенькие, ну просто как девственные. И я понял, что я попал на золотую жилу. Если это действительно так, я стал изучать документы. И самое главное, ощущение, садишься за машину и чувствуешь, что тебя просто вот-вот трясет другая совершенно динамика, другое совершенно движение. И самое главное, я же вижу, что компьютер показывает. У меня все записано на iPod, все данные. Еду и сразу записываю, значит, с таблицы начал вести, чтобы убедиться, что это действительно правда. А потом понял, что без этого сегодня вообще ездить нельзя. И я стал рассказывать своим друзьям, невозможно молчать. У кого есть машина, поднять руку, пожалуйста. А кто хочет иметь машину? А кто хочет поменять машину? А кто любит автомобили и вообще этот процесс? Да, тема железная, слушайте. И я стал рассказывать своим друзьям, потому что невозможно молчать, хочется поделиться. И они мне в ответ давал пробовать, просто впрыснул. Некоторым скептикам впрыснул. У меня есть один знакомый, Женя такой, на Митсубиси раздолбанный в Севастополе возит такси, таксист, таксует. Да я слышал, да я знаю, да и не надо, Олежа, да не надо, ну тебя нафиг. Я говорю, открой. Пшик ему туда, ехай. Вечером я ему пшикнул, утром в 8 утра он мне звонит, говорит, ты что мне налил? Я говорю, что такое? Везу 5 в аэропорт, машина как сумасшедшая, будто пустая. Я сейчас приеду, мне такая бутылка нужна. И у меня начался бизнес. Все стали давать, да еще, да еще, да еще. И в конце марта, в начале апреля, 1 апреля я начал этот бизнес. Сегодня таких же, как я, дилеров компании FFI, 6500 в моей группе. Они используют этот продукт, они рассказывают о нем своим друзьям, своим знакомым, продают его в розницу, и они набирают таких же дилеров, как и они сами, как мы сами. И процесс стремительно разрастается в 37 странах. Больше 400 тысяч долларов оборот в месяц. Сумасшедшая тема. Но самая большая проблема в том, что продукта дефицит. Просто нету. Просто как только появляется бутылка, я вот ее на эту бутылку все время смотрю, чтобы ее не украли, руки исцарапаны все. Но вот на этой неделе заканчивается этот дефицит. Компания преодолела, насколько я знаю, этот совершенно дикий взрыв спроса. И с этого момента, вот с этого замечательного события, завтра у нас начинается большое, грандиозное, серьезное событие. Подъедет еще много людей, и мы будем в течение субботы, воскресенья и даже понедельника проводить здесь совещания, встречи, тренинги, обучение. Будем делиться своим опытом, будем награждать лучших, будут получать признание те, кто зарабатывает больше всех денег, идет стремительно по карьерной лестнице.
Вот завтра и послезавтра у нас будут очень горячие дни. Сегодня у нас просто презентация, встреча для того, чтобы рассказать знакомым людям, друзьям, киевлянам, тем, кто здесь живет, об этом бизнесе. Я вот знаю, что многие люди пользуются этим продуктом, и они находятся здесь. Поднимите руку все, кто использует этот продукт, и уже без него не мыслит своего движения, да. Я чуть позже вас приглашу сюда на сцену, чтобы вы могли мне помочь рассказать о том, как работает продукт для вас, на вашей автомобиле или на машине, автомобиле ваших клиентов, друзей и так далее. Короче говоря, есть ли среди гостей люди, которых интересует этот продукт и вообще тема эта? Поднимите, пожалуйста, руку, чтобы я имел в виду, стоит мне дальше суетиться, рассказывать. Есть, хорошо, спасибо. И вы понимаете, я 16 лет занимаюсь бизнесом, продавал разные товары и услуги. Никогда за эти 16 лет я не видел ничего подобного. Никогда не видел такого взрыва интереса, такого неподдельного желания начать использовать этот продукт. И причин тут несколько. Первое и самое важное. Машина, автомобиль – это особая тема для нас с вами, вообще в мире. Вы согласны со мной, да? Машина – это что-то такое, такая цаца. Люди хлеба не купят, помаду не купят, а машину заправят. Согласны? Да. Машина – ну что-то такое вообще. Это первое. Второе. Кризис, к сожалению, продолжает терзать наши страны, их будущее впереди не очень стабильное. И сегодня люди поджимаются и экономят. Посчитайте, что такое 10 или 20% экономии. Вот мой результат такой. Я примерно экономлю примерно 20% топлива. После каждого шестого бака, полный бак, 100 евро стоит мой бак заправить бесплатно. За это время, за 8 месяцев, я сэкономил около 1000 долларов. Благодаря тому, что я использую этот продукт. Только на топливе, не считая того, что, в каком состоянии моя машина. Я не так давно поднимал машину на подъемнике на станции BMW, и хозяин станции BMW, у него точно такой же автомобиль, когда подняли, он сзади подошел и говорит: я не понял, а что у тебя такая труба и вообще вся эта выхлопная система в таком состоянии, в идеальном? Ты на чем ездишь здесь? Я раньше проезжал на баке 850 километров, больше я не мог проехать. Севастополь-Киев 900 километров, никогда я не мог доехать. Сейчас мой лучший результат на том же самом баке 1050 километров. Вот я сегодня приехал из Севастополя на машине, у меня еще там вот еще бензин, соляна. Как вы думаете, я могу об этом молчать? В условиях кризиса сегодня эта тема вот. И потом, в конце концов, кто-нибудь на этой земле когда-нибудь, вот в этом кошмаре, вот сейчас я шел здесь по бульвару Лесин Украинки, и идет поток машин со скоростью 3 км в час, и дымят все. Кто-нибудь в этом кошмаре когда-нибудь хоть что-нибудь сделает, в конце концов, для нашей земли? Если ты используешь этот продукт, СО, которое у тебя там проверяет, 0,005%, этот бедный гаишник стучит по прибору, лижет его и не может понять, правда это или нет. Или у него сломался прибор. Чистый воздух. А потом, кто-нибудь может мне сказать, что в наше время, в нашей стране наступит такой момент в скором времени, когда бензин у нас будет в идеальном состоянии. Его не будут разводить, чтобы подзаработать на наших с вами бедах. Кто-нибудь из вас стоял в степи зимой ночью, через 3 километра после заправки, и с веревкой, и ждал, кто-нибудь тебя подцепил, потому что твой двигатель заглох из-за того, что какая-то скотина налила тебе мочи ослиной? А? Я стоял. Да кто не стоял? С этим продуктом ты в безопасности. В Европе и в других странах, но в Европе, во всяком случае, я там часто бываю, живу там, это не актуальный бизнес, он актуален для нас. Миллионы людей в ближайшее время будут использовать этот продукт. Совершенно невероятный бизнес. Простой и понятный. Понятно, что компания FFI продает для населения и наших стран, в том числе, и другие продукты. Таких продуктов MPG, серии MPG 5, точно такой же продукт, только таблетизированный. Он удобнее, легче. Но зимой лучше использовать этот, потому что он быстрее растворяется. Точно такой же продукт в виде порошка для обработки больших объемов топлива. Называется Мегакранс. Точно такой же.
И еще два продукта. Один добавляется в масло и повышает его.